Всем привет, меня зовут Оксана, мне 46 лет, пока еще, да, уже совсем скоро 47, и за 15 месяцев я похудела на 60 килограмм. Это рубрика «Кухонные болталки», давненько мы с вами не блаблакали, просто так, да. Сегодня, ну, готовлю борщ, я не думаю, что кто-то его не умеет варить, не знаю, какие-то идеи вам будут тут полезны или не полезны, в общем, не знаю, сейчас, секунду, я еще хотела посмотреть. Так, да, у меня оставалась чечевица. И, кстати, она тоже пойдет в борщ. Надо же ее как-то использовать. Я борщ частенько варю с фасолью. Ну, это, в принципе, тоже подойдет. Что ж ей пропадать, да? Чечевичную лепешку я уже из нее пекла. Вот осталось только борщ сварить. Так, у меня уже подготовлена капуста. Я все пообрезала уже, все, что потемнело. Остатки, видите, один кусочек, второй в холодильнике лежат, надо как-то тоже использовать. Ну что, я нас поздравляю. Нас все больше и больше становится. И это не может не радовать. И самое главное, что люди на канале наконец-то стали общаться. Это очень здорово. Сейчас у нас такой этап, мы комментируем, пишем комментарии, да, и пока что обращение только ко мне. Следующий этап будет, в этом я уверена, что так и будет, когда зрители начнут общаться и дружить еще и между собой. Это будет очень-очень здорово. Прям, знаете, советую, рекомендую. Давайте друг другу помогать. Давайте друг другу помогать советом. Давайте поддерживать друг друга в комментариях. Девчонки, столько много пишут, что у кого-то уже успехи, кто-то уже вовсю худеет, кто-то только начал, да? Ну, это здорово. И даже... То, что кто-то начал только смотреть такие, да, видео о ППП-питании, так скажем, да, о мотивации на похудение, это уже первый шаг к своей более здоровой, лучшей, красивой жизни. Потому что это значит, уже задумались, это значит, что уже интересуются, да, люди, а как это, а смогу ли я. И девчонки уверены, что все смогут. Знаете, на крайний случай... Есть такой случай, как у меня случился, да, что я не могла, не хотела, не могла. Ну, на этот случай мне, конечно, повезло, что я побывала на семинаре у Сергея Станиславовича Смелова. Это был как бы первый такой шажок на пути к правильному питанию. И, конечно же, семинар семинаром, да, тут очень важно. Это я вообще ни в коем случае не умаляю вот этого вот эффекта, потому что... Когда я вот пробовала сама, да, я не могла, потому что я хотела то, я хотела это, я срывалась, не получалось начать. А тут очень большое подспорье, потому что тебе и не хочется, и не тянет, да, на то, что ты хочешь. Но я очень завидую девочкам, которые реально могут сами. Настраиваются, потихонечку идут, шажочками, вот. Ну, и однако, и также и после семинара, да, приходилось мне думать, а что есть, а как есть, а какие сочетания, а что есть на завтрак, а что есть на ужин, да, что стоит или не стоит, где чего, сколько урезать, какие-то граммовки там с теми же вот взять фруктами, да. Конечно же, очень много я перелопатила различной литературы и множество потом уже смотрела и каналов на YouTube, диетологов слушала. В общем, понятно, что вот этот... Какой-никакой опыт, да, в течение этих 15 месяцев очень активно нарабатывался. И я очень-очень рада, что если вот мой этот опыт кому-то поможет. Я говорила уже не раз в своих видео, пусть даже одному человеку, да, это уже какое-то достижение, это значит, что, ну, моя жизнь прожита уже не зря. Вот, а если это будет множество людей, это вообще просто, я просто буду гордиться собой, понимаете? Это очень круто, очень-очень рада. Девчонки, пишите, с удовольствием отвечаю на комментарии. Я, ну, не думайте о том, что вы там побеспокоите, как-то это напряжно, ну, зачем я буду писать, вот ей там и так, допустим, там некогда или еще что-то. Я, естественно, нахожу, когда у меня есть время, я села, поотвечала, и это еще один повод лишний раз, знаете, не поесть. Потому что я вот сегодня пришла, сходила на маникюр, потом сходила на почту, причем это очень немалые расстояния я сегодня прошла, прогулялась замечательно. Я пришла
голодная, как собака. Вот. Но что я сделала первым делом? Ну, это таким образом я оттянула, да, прием пищи. Я села отвечать на комментарии на Дзене, комментарии на YouTube-канале и комментарии в ТикТоке. Там опять видео немножко выстрелило у меня. И опять снова начали, в общем, писать люди. Это не может не радовать, и это приятно. Поэтому всегда спрашивайте, какие есть вопросы, что интересует. Я, конечно же, не диетолог, да, и я не могу прям утверждать, что мой, как сказать, мои вот эти правила, которые я для себя выработала, что только они истинно правильные, и все. Конечно же, мы разные, но почему не попробовать, да? Каждая из нас когда-то составит такой свой список, так скажем, правил, да, которые помогут именно ей, либо помогли. Я ведь тоже, да, брала не все подряд. Много диетологов, много разных мнений. Я брала и пробовала на себе что-то. Где-то я, если считала, что неправильно говорят, по моему мнению, да, это нет. Я просто на это не обращала внимания. И брала только то, что нужно мне, и то, что подошло лично мне. Вот. Но я с удовольствием, конечно же, делюсь своим опытом, потому что я знаю, как тяжело. Мне вот легче было худеть, со мной начал муж. Мы вместе, да, у Смелова были. И мне в этом плане было, конечно же, легче, потому что поддержка, и он у меня очень в этом плане умный. Он очень много всего смотрит, интересуется. То есть мы как бы вместе учились, да. Где-то что-то я ему говорила, он соглашался, да, что вот так будет правильнее, полезнее, да. Где-то что-то он находил какую-то информацию, со мной делился, и мы вместе. Вот мне, конечно, в этом плане было намного легче. Порезала немножко капусту и порезала болгарские перцы, которые мы сами заморозили. Так, еще одна штучка осталась. Вот. И также большая поддержка и подспорье, да, было от сыновей, когда, если я готовила им отдельно, нам отдельно, да, и когда они согласились есть нашу еду. Ну, на тот момент со мной жило два сына и молоденькая невестка. Вот. И она, причем, тоже с удовольствием перешла на ПП-питание. Заглядывали в наши кастрюли, да? А потом, когда, вот я говорю, я не помню, что я готовила овощной как бы подлив с мясом, и на гарнир себе, по-моему, гречку я собиралась готовить, а их спрашивала, вам что там, спагетти или рис, или еще что-то. И дети сказали, ну, в общем, спросили, говорят, ты себе что будешь готовить? Я говорю, вот гречку. И мы тоже будем есть гречку. То есть все. И на этом мои мучения закончились. Это было вообще очень-очень радостно. Они, конечно же, как я и говорила, что могут себе позволить купить и шоколадку, схомячить где-то, да, чипсы. Ну, им это во всяком случае не во вред, и это разовые акции. А когда все-таки у тебя основное питание ПП, да, хоть тебе и не надо худеть, то эти разовые акции, как бы, они тоже им не навредят особо. Так, здесь мне надо овощи перечистить. Я, в общем, их уже помыла. Что-то заикаюсь. Вот, помыла, осталось начистить. Сейчас мы это с вами будем делать вместе. Свеколка, лучок, морковка. Хороший будет борщ сегодня. Кстати, я обычно вместо картошки добавляю кабачок. Но сегодня, я думаю, кабачок туда, ну, никак не влезет, потому что еще и не фасоль, а чечевица будет. И овощей и так достаточно. Супы, кстати, очень круто на супах худеть. Потому что они довольно малокалорийны. Я не знаю, сколько в среднем там калорий. Но это практически овощи, да, и кусочек мяса. Калорий очень-очень мало. У нас в группах даже девочки делали разгрузочные дни на тушеных овощах, например. То есть натушили овощи. Вы знаете же, да, что разгрузку делать надо бессолевую. То есть основная задача разгрузочного дня, плавно перетекла на разгрузочный день, это слить, в принципе, лишнюю жидкость. Где-то мы за неделю съели солененького, где-то еще чего-то. И просто сливается лишняя жидкость, но из-за ограничения калорий, да, вот у меня в разгрузочный день было 700 калорий, понятно, что это еще и уходили, конечно же, граммы. Не только водичка, но и жир тоже у нас таял и плавился. Сейчас, кстати, я разгрузку не делаю, так как я не худею. Кто еще не знает, кстати, я всегда забываю об этом говорить. Сейчас у меня с апреля месяца стабилизация веса, то есть я не худею. Спрашивали, почему я тогда считаю калории. На какой-то момент, в общем, когда на стабилизацию я уходила, я перестала считать калории.
И долгое время, знаете, как их считала? Периодически. То есть сегодня, допустим, я беру и считаю, чтобы проверить, не переедаю ли я. Иначе вот как? Порция порции, да? А еще и калорийность порции посчитать. Ну, в общем, такие были периодические проверки. Вот. Но мне стали писать, что было бы очень круто и удобно еще и понимать, на какой калорийности я, да, сколько калорий обед, сколько калорий завтрак, ужин и так далее. Вот. Мне не сложно. Я, кстати, никак не могу видео снять по счетчику калорий. Прям вот не могу добраться. Не могу просто пока что решить, как это будет лучше и удобнее. Ну, в общем, я обещаю, я это сделаю. Вот. И меня занимает внести все в свой счетчик калорий, это буквально 30 секунд. То есть я на весы тарелочку поставила, и прямо на весах она у меня стоит, я еду наложила. Вот. Я знаю, сколько чего весит. Села, тарелочки на стол поставила, села, быстренько в счетчик все внесла, 30 секунд. И готово. Поэтому вот кто говорит, что ну, не хочет, там тяжело это как-то считать калории, ничего подобного. Надо просто понять программу и втянуться. Это все просто. Зато мы точно знаем, сколько мы съели. Да? Понятно, опять же, что калории – это такие относительные цифры. И я ведь сама очень часто беру, не вношу, да, вот именно прям свой рецепт, где я точно знаю, прям сколько там калорий в нем. Да? Я в поиске там нажимаю, нахожу похожий рецепт, примерно я знаю, сколько у меня калорий, допустим, каша на воде, да, это понятно будет, что это может сойтись. А если каша с индейкой, допустим, да, какая-то, то, скорее всего, те, кто вносил это в приложение, это получается чужая запись, они, скорее всего, готовили с маслом, например, да, и я не знаю, сколько там масла. Я знаю, что я готовлю, ну, без жиров, допустим. И я все равно вношу в приложение ту калорийность, которую написано там. Получается, что я всегда за то, чтобы обмануть себя в плюс. То есть пусть у меня это было 100 калорий, а я вписала там 130. Пусть лучше так будет, чем я обманусь в другую сторону. То есть буду думать, что я 1000 калорий съела, а на самом деле 1500, да? Вот, я вот за такой обман. Вот за такой я обман. С удовольствием. И бывает, правда, где-то невнимательно смотрю, вот просто сейчас, секунду. Иногда у меня, смотрю, то молочко забыла вписать в табличку. Ну, уже не будешь же все это пересчитывать, переснимать. То еще что-то, то наоборот. Ну, вот я говорю, в большую сторону я частенько дописываю, допустим, было там 130 грамм, например, мяса, я написала 150. Ну и ладно, ну и пусть. Вот. И что хотела сказать, что вот насчет противников, да, что считать калории это сложно, ничего сложного абсолютно. А если готовите какое-то сложное блюдо, тем более если только для себя, если еще и порцию одну, так это и вообще внести все в рецепт очень даже легко. Вот, осталось нам все порезать. Вот видите, насвинячила, уронила. Так, сейчас ведерко можно убирать, очень удобное, очень мне нравится. Так, сковородочку надо мне достать, да? Вот сковородку большую так я и не купила, а вот эта вот маленькая будет. Ну, значит, будем овощи обжаривать на гриль сковородки. А куда деваться? Деваться же некуда, правда? Ничего страшного. Гриль так гриль. Мясо сегодня у меня бедро куриное, оно, это не индейка, там гораздо-гораздо жирнее, вот, поэтому сегодня вообще никакого масла, ни в зажарку, никуда, это однозначно. Жира там и так будет вообще много, тем более я большую кастрюльку варю и там целая упаковка филешки. Хорошо, конечно, сейчас все можно купить отдельно грудку, отдельно бедро, верхнюю часть, нижнюю часть, ну не верхнюю часть, а голень, да, бедро, вот так вот. Я помню, раньше мы одно время пробовали разводить
в Казахстане, я тогда жила, у нас был частный дом, мы пробовали разводить бройлеров. Это было что-то. Очень-очень много, много у меня их было. Причем, знаете, как интересно было, тоже такой интересный опыт. Не знаю, интересно вообще это или нет. Мы купили инкубаторы, закупили яйца, просто яйца. Я их просвечивала, смотрела, чтобы они все были в идеале, и потом, так, можно, наверное, включать плиту. И потом яички эти прям в инкубатор складывала, там надо было следить за температурой, за водичкой. Вот. И не помню, 21 день или сколько, я уже даже забыла. Начали вылупляться цыплята. Знаете, как это здорово своими глазами все это видеть, как это происходит? Прям хором, практически в одно и то же время начали изнутри яички давать трещину. И потом оттуда сначала такие мокрые комочки вываливаются. Они прям себе, вот надо же так, да? Сами клювиком крышечку как бы проклевывали, и крышечка эта улетала на яички. И цыплята оттуда вылазили, готовые, живые уже. Они потом в инкубаторе прям обсыхали, и сухих, пушистых желторотиков я их оттуда доставала. Вот. И мы выращивали, в общем, бройлеров. Вот это, конечно, возня, это кормежка. Их туда-сюда, на улицу с улицы, в клетку за клетку. Потом для подростков уже строили там специальные клеточки, чтобы их там ночью, эти, как их, крысы не потаскали, потому что рядом вокруг сарая, знаете, этого добра там в виде крыс вообще хватало. Вот, и потом, конечно, там еще были поветрия, когда птица начинала дохнуть. Ну, в общем, по деньгам вообще это в итоге было очень невыгодно, потому что тазиками я этих цыплят выкидывала. Какой-то ерундой они там болели. И вот по деньгам вышло, в принципе, что мы купили бы готовых, что мы сами вырастили, это было одно и то же. Причем готовых в том плане, что даже общипанных. А потом ближе к осени, я не помню, они 3 месяца или сколько растут, ну, это было очень давно. И их надо было уже потом перерубать, вот это общипать. Ох, жара была, работы столько, боже, сколько это времени занимало. Но зато у нас стояла дома огромная тоже морозилка. И семья, то есть его родители, его семья, мои родители, все были с мясом. Вот так вот. И бройлеры свои вы бы видели. У них там самые крупные, которые выросли, там были, знаете, ляжки, как у индюков. Огромные, просто здоровенные. Там сначала же вырубали самых крупных. Вот. Так что без всякой химии росли они у меня. Еще на тот момент была корова. Я считаю, хозяйка. И из молока я делала творог, и сыр делала, и масло, и сливки. В общем, все на свете, все, что можно было, все я делала. И сыворотка оставалась, и вот сыворотку мы замешивали кашу для них. И они на сыворотке росли прям как на дрожжах. Мы тогда пробовали и утей заводили, уточки тоже возле коровы растут, как бешеные. В общем, еще та такая хозяюшка была. Знаете, хотелось попробовать, возможность была, как бы сарайки, вот эти все загородки, ну, мы их построили, никогда не нуждались в том, что не то, что там денег не было, да, или еще что-то, от нужды мы это завели, просто хотелось попробовать, попробовали, больше не заводили. Сделали вывод, что да, если прижмет, мы все сможем, мы разведем свое хозяйство и прекрасно будем жить. Вот, но на этом все. Потом я вышла на работу, и корову пришлось продавать, и не до хозяйства было. А так, пока ребятишки маленькие, типа у меня был декретный отпуск, вот, я себя нагрузила домашней работой по полной программе, прям по полной. Мне все казалось, знаете, что надо чего-то еще делать. Как это? Я вот сижу, не работаю, да? То, что маленький ребенок, мне это мало волновало. Мне все равно казалось, что я должна делать больше, что работа по дому – это разве работа? Ну, не ценила, сама не ценила свой труд, конечно же, зря. Вот, ну куда это я вообще в дебри ушла? Вы ж меня простите. Что в мысли приходит, да? То и пою. Что вижу, то пою. Вот, так что, девчонки, общайтесь. Общайтесь между собой. Вот увидели, кто-то написал, что там у меня там, ну, минус 2 килограмма, минус 10. Хвалите, тоже хвалите. Вы знаете, как это, да каждая, наверное, знает, как это приятно все-таки, ну,
Это тебя подстегивает, это тебя заставляет еще больше стараться, да, когда тебя... Это мотивация, в общем, да, когда тебя похвалят, скажут, что ты молодец, ты такая умничка, ну, это здорово. Поэтому давайте друг друга поддерживать, прям с великим удовольствием. А насчет дзена хочу сказать. Девчонки, там, конечно, эта платформа, она очень-очень неудобная. И когда мне какие-то вопросы мне задают, да, где посмотреть там что-то по питанию, что-то, ну, какие-то определенные видео, определенные, на определенные темы, я всегда даю ссылку именно на YouTube, потому что на YouTube все у меня по плейлистам отсортировано, да, для лучшего, для удобства. И я сама также там все могу легко, быстро найти. То есть в этих плейлистах я в них, естественно, ориентируюсь. И отдельно вот плейлист, да, мои тарелочки, отдельно вот эти кухонные болталки, отдельно плейлист именно все по питанию, как я худела, да, все что-то там, короче, все секреты. Вот, а на Дзене я не могу даже сама там ничего найти, там же просто лента, лента уходит вниз, вот первые видео, это сколько надо отмотать, чтобы до них дойти, это очень долго, поэтому... Поэтому именно я вам даю ссылочки на YouTube канал. Вот, сейчас еще Рутуб. Я на Рутуб я рассказывала, уже загружаю видео. Там тоже удобно, там есть плейлисты. Тоже видео отсортированы. Но меня удивила эта платформа, знаете чем? Это вообще, ну просто я в шоке была, когда я это обнаружила и поняла. Там нельзя писать комментарии. То есть человек захочет что-то спросить, да, поздороваться или, ну... А нет, нет, там можно только смотреть. То есть посмотрели и до свидания. Как-то так. Но можно найти, то есть отсортировать, отсортированы у меня тоже там все видео по плейлистам. Там можно что-то найти. Еще хочу сказать, что в профиле именно на YouTube-канале, да, есть же вкладочка «Видео», потом дальше идет вкладочка «Плейлисты», потом «Сообщество» и самая последняя вкладка «О канале». И там, в этой вкладке, есть ссылки на Дзен, на Рутуб и на мой Инстаграм. Ничего, конечно, нового вы не обнаружите, но мало ли, вдруг кому-то интересно. Ну, часто бывают спрашивают, а куда еще, где вам можно что-то там написать, да? Вот. Ну, чаще всего, конечно, если какое-то там общение, что нужно прям срочно, это, конечно же, Инстаграм. Вот, так что посмотрите. И еще там написана почта, e-mail, электронный адрес, на который вы можете отправить письмо, на которое я вам отвечу. Вот. Просто бывают, видимо, такие вопросы, да, когда, ну, может быть, неудобно, стесняются или... Ну, в общем, бояться написать именно в комментариях на общее обозрение. Вот, поэтому можно, конечно, написать в Инстаграм, либо на e-mail. Вот, девочки у меня разных возрастов, да, и кто-то, конечно, ну, не может открыть даже ссылочку, и, может быть, приложение Инстаграм не стоит, я не знаю. Вы уж просите, ну, детей, либо внуков, чтобы вам немножко помогли, что-то показали и подсказали. У меня вот мамуля тоже, знаете... Ой, я не помню, сколько лет назад. В общем, однажды она ко мне приехала. Она не понимала ни в компьютерах, там, и телефон у нее на тот момент был, просто кнопочная звонилка. Вот. И я подарила ей планшет. А, не планшет, а нетбук. Нетбук, вот. Не ноутбук, даже нетбук. Думаю, тогда еще даже скайп был. О, еще WhatsApp, по-моему, не было, если не ошибаюсь, да. Ну, в общем... И мы с ней прям сидели, знаете, прямо уроки проводили. Она у меня гостила, не помню, неделю-две. Каждый день, по сколько-то времени, я засекала на часах, и мы с ней занимались. Как включить, как там что-то открыть, как что-то где-то написать, потом как выключить. И, в общем, прям уроки у нас были постепенно. Она у меня уехала. В итоге мы созванивались уже по нетбуку, она мне звонила, она играла уже в какие-то там игрушки даже. И тогда мы поставили тоже одноклассников ей. Вот, потихонечку училась. Потом она себе купила ноутбук хороший. И уже сама она там везде, в общем, все могла. Потом телефон. Я ей привезла в подарок телефон. Первый именно уже не кнопочный, а телефон, в который можно поставить все приложения.
именно для того, чтобы и WhatsApp ей поставить, чтобы она была всегда у меня под присмотром и на связи. Вот, она, конечно, меня ругала, да зачем, да я еле как с этим ноутбуком справилась. Зачем мне нафиг мне этот телефон, я в нем ничего не понимаю. Я ей тогда просто объясняла, говорю, мама, тебе будет в нем намного легче даже, чем на ноутбуке. Ну и что вы думаете? Она себе уже купила вот такую лопату огромную и ноутбук передала внукам. Сказала, он мне не нужен, у меня теперь есть все в телефоне, все сети. В общем, ноутбук мне не нужен, зачем он мне? Я его даже не включаю, теперь все в телефоне. А не хотела, сопротивлялась. Поэтому, если есть кому-то, девочки, помочь, пусть помогают. И я своих детей тоже настраиваю. Говорю, знаете, что я вам скажу, милые мои? Вот какое мое мнение, и почему я там с мамой очень терпеливая, да, я никогда в жизни там на нее не сказала что-то, бестолково или еще что-то. И детей я настраиваю так, я говорю, я пока еще, конечно, справляюсь, да, со всеми этими программами, ноутбуками, компьютерами, но придет же когда-то такое время, тем более сейчас все это очень быстро развивается, да, и когда-то мне тоже будет очень много лет, и, возможно, я уже не буду что-то где-то понимать. Вот, и я говорю, и не дай бог, вы на меня хоть раз рыкните, что-то мне объясняя. Я говорю, вам устрою. Я вас учила, извините, на горшок ходить, ногами ходить, да, говорить, блин, сопли подтирала, а вы будете на меня психовать, что-то объясняя? Я просто знаю, что есть такие примеры. Там психуют, орут, ты бестолковая или ты тупая. Вот, я говорю, не сметь, не сметь. Матери надо все объяснять, а мать будет, хочу все знать, хочу все знать. Мне сейчас, конечно, что-то подсказывает, бывает, сын, я прям не ас, чтобы совсем везде и всюду поспевать, но пока что еще немножко соображаю. Поэтому надо никогда не стесняться спрашивать своих родных и просить помощи. А я еще такая, что не то, что я попрошу помощи, я когда копаюсь, я же не уйду, пока мне не помогут и не разъяснят. Причем так, чтобы я это реально поняла. Я не успокаиваюсь. Я такая, я говорю, как ребенок, знаете, хочу все знать. Нет, ты мне покажи. Покажи мне медленно, покажи мне нормально. А покажи еще 5 раз, пока я запомню, что-то с памятью моей стало. Вот. Так, что, осталось свеколку порезать? Сейчас я чашечку сполосну. Чтобы морковочку. Лучок у меня еще просто не обжарился совсем. Морковку туда еще рано кидать. Мяско тут уже вовсю варится. Кстати, а что я? Капусту зато. Капусту с перчиком-то можно опускать. Что ж я? Забыла совсем. Вот что значит болтать. И про все забывать. У нас на улице сегодня солнечно. Так прекрасная такая погода. Но опять немножко минус. В минус ушло. Вот. Замечательно. В общем, чуть-чуть подмораживает. А то я уже обрадовалась, думала, прям уже весна, да? В начале февраля. Но не тут-то было. Ой, девчонки, вот сейчас я не жалуюсь, не рассказываю не для того, чтобы меня пожалели. Я просто хочу чуть-чуть вкратце один комментарий обсудить. Это, возможно, будет даже полезно тем, кто первый раз зашел на канал и вообще не понимает, что происходит. Потому что, я так понимаю, та женщина, она вот реально ничего не понимает. Но написала мне вот такое вот письмо. Огроменное. Я прям думаю, может быть, видео отдельно снять. Не для нее, а может быть, для тех, вот кто тоже, может быть, не поймет. В общем, написала она мне, что я молодец, что я такая молодец, замечательно все, я похудела. Похорошела, но я зациклена на еде. Я, видимо, даже если пойду в театр, я все равно буду думать, что я дальше поем. С едой я сюсюкаю. Я не могу.
тарелочки, не тарелочки. В общем, человек просто абсолютно не понимает, зачем я со своими тарелочками на этой платформе нахожусь. На этих платформах. Вот, оторвитесь уже от еды, займитесь какими-то хобби и все такое. Ой, в общем, с такого понаписала. Я ей написала просто маленький ответ, что как вы можете судить, вообще не понимая и не зная, зачем я здесь, почему я здесь и для кого я здесь. И спросила разрешение, позвольте мне заниматься вообще тем, чем я хочу, да, и не указывать, в общем, как мне жить. Не указывайте мне жить, да, помогите мне материально лучше. Вот, это я шучу. Человек просто не понял, зачем? Зачем этот канал? Вот. Я думаю, конечно, все девочки, которые меня смотрят, которые пишут мне комментарии, вы все прекрасно понимаете, да, этот канал именно для того, чтобы... Вообще, зачем завела изначально, да, именно по похудению? Об этом я тоже уже рассказывала, но, естественно, она ничего не видела, тем более комментарий был на Дзене, там и не увидеть. Вот. Девчата просили показывать, ну, то есть, чаты Смелова просили говорить, что я сегодня готовлю, чем я завтракала, чем я обедала, чем я ужинала. Вот. Но это же бесконечно, сфотографировать еду это одно, это же все равно надо расписывать, потом сидеть писать, в общем, времени-то тоже лишнего нет. Вот, я тогда подумала, тем более я была на YouTube-канале в гостях у блогера, да, со своим рассказом похудения. Ну, вот я и подумала, и первым делом, наверное, я начала вот снимать как раз такие тарелочки, и потом вообще все свои вот эти мои правила, да, по питанию, я их прям села, все это расписала, продумала, да что и как, чтобы ничего не забыть, не упустить, и отсняла прям на эту тему видео, да, и там не одно, но у меня есть. Вот, думаю, это будет полезно не только девочкам в чате, это вообще должно быть полезно многим людям, да? Понятно, что, ну, не все советы там может быть полезны, я не знаю. Но что-то, да, человек для себя возьмет. Вот, об этом я тоже сегодня даже уже говорила. И таким образом я вышла на YouTube. Ну, а потом заодно и на Дзен стала грузить. Ну, так, а вдруг там тоже интересно, да, как и сейчас на Рутуб. Так вот для чего, да? В первую очередь, чтобы помочь тем, кто худеет. Хотя бы даже, ну, как бы с меню помочь, да, что можно поесть. Потому что вот когда я тоже начала худеть, да, я сначала, у меня были вот эти заморозка овощи, мясо и все. И я вообще не знала, что готовить, господи. Я просто не понимала, что есть-то. Для меня вот без картошки тогда была жизнь просто закончена. Что варить без картошки? Картошка, белый рис, макароны. Что варить? Остальное? Гречку, что ли, одну есть? Вот. Так значит, я здесь для того, чтобы помочь сообразить с питанием. Я не сисюкаю со своими тарелочками, я просто рассказываю, что я ем. И не потому, что я так дико свою еду люблю и поклоняюсь вообще еде. Вы видите, что я стараюсь даже готовить минимум времени занимать. Как можно меньше торчать на кухне. Наторчалась уже в свое время со своими пельменями, пирогами, пирожками и всем остальным. По самое не хочу. Вот. Дальше, для чего я здесь, да? Чтобы и какие-то мои выводы по питанию кому-то помогли. Ну и самое главное, для того, чтобы те, кто страдает также лишним весом, никак не может себя побороть, для того, чтобы замотивировать людей встать на путь истины, встать на путь к стройности, да, встать на путь к возврату своего здоровья. И прекрасно есть у меня хобби, господи, я катаюсь на коньках, я катаюсь на роликах, я рукодельничаю, я его на Новый год себе делала обалденную, как ее там, вон, стоит до сих пор, кстати, на столе. Красивую конструкцию. Раньше у меня вообще канал есть. У меня же есть канал. Я мастерила цветы и писала мастер-классы опять, чтобы помочь людям научиться делать эти цветы. Понимаете? Хобби, блин. Я пробовала за последнее время вязать. Я связала себе шапочку. Начала, кстати, повязку на голову вязать. И все, и забросила. Надоело.
Так что милая женщина, которая там волновалась, что я сижу над едой, как Кощей бессмертный над сундуком со златом, да, и чахну над ней. Вы не волнуйтесь, я не чахну. Еда у меня далеко не на первом месте теперь. А прежде чем писать комментарии, надо немножко как-то, ну, хотя бы посмотреть, чего к чему, разобраться, зачем. А то отчитывать вздумала. Я, говорит, не пишу комментарии. Вот самой я смотрю, там в профиле 200 с лишним комментариев понаписано на всяких этих. Ну, человек, видимо, я думаю, что ей бы хорошо, вот с ее слогом, да, как она мысли свои излагает. Я бы на ее месте не теряла время на платформы, что всякую ерунду писать. А начала бы писать книги. Большой вам совет. У вас бы это здорово получилось. А вы тратите свое время на какие-то там каналы, не понимая даже, зачем эти люди на своих каналах и что они там делают. Так что вот так вот. Девчонки, я не жалуюсь. Мне не надо жалеть. Не надо говорить, что там... Ну, я просто хотела объяснить свою позицию. Так-то пусть пишут. Лишь бы ручки не болели. Вообще плевать, честно. Я уже начинаю привыкать. Сегодня там тоже... Я уже много комментариев поудаляла и вообще заблокировала людей молча. Когда пишут какую-то чушь абсолютную, да, не критику конструктивную, ничего, просто лишь бы написать. Такое я удаляю людей сразу в бан и все. А тут человек прям так старался, я даже комментарий не стала удалять. Думаю, ну пусть висит. Не зря же она старалась. Смешные такие. Конечно, это только начало. И встречу я на своем пути еще много таких комментаторов. Вот. Но хотелось объяснить просто, зачем я тут. Я, вот как она, такие огромные письма писать, вот как-то у меня, честно, нет ни сил, ни времени, ни желания. А чтобы ей объяснить, это надо было много написать. Так, капустка, там, вроде все покидала, и зажарочка-то у меня уже делается. Потом покажу вам поближе. Осталось мне что? А, кстати, у меня здесь немного квашеной капусты. Люблю в борщ и свежую добавлять, и квашеную. От квашеной капусты он кисленький, да, становится вкусненький. Вот. Ну, а свежее это есть свежее. Вообще, я щи люблю очень сильно варить. Щи, кстати, намного проще, не надо ним... Ни морковку, ничего. Я вообще раньше делала кислую капусту, картошку. И все. И вкусно. А потом сальцо. Хлебушка. И вперед на мины. А теперь вкусно так. Много овощей. Насчет морковки и свеклы я многим рассказывала, да, что у сырых у них гликемический индекс низкий. А в отварном виде, да, вот либо в тушеном, высокий. Поэтому, пока я худела, салатики именно из отварной морковки и свеклы я не делала. Один раз только делала на Новый год. Вот. Но сырую можно есть с удовольствием. А вот в супы и борщи, конечно же, там свекла и морковка присутствовали. Ой, ну вообще-то не тема, конечно, на гриле обжаривать. Перемешивать довольно сложно. Ребристое дно. Зато как красиво будет, как вкусно. Так, чечевицу. В кастрюльку. Вот, кстати, да, выход. Чечевицу. Фасольку. Вот вместо картошки. Здорово. И сытненько, и на ужин можно, потому что это не углеводы. Красота. Сколько, интересно, мы с вами? Ого, 39 минут. Ничего себе. Так, сыплю сухой чеснок. И какую-нибудь приправку еще для запаха. Ой, как пахнет, не могу.
Так, и надо лаврушечку, да? Где-то она у меня здесь была. Так. Морковка на столе. И травку. Все готово. Сейчас я вам покажу, что у меня тут в кастрюлях. И будем, наверное, сегодня с вами прощаться, а то вы устанете смотреть. Кстати, как я и говорила, да, если долгое видео, а хочется все посмотреть, а времени нет или вам нудно, ставьте на ускорение. Скорость можно 1,5 поставить, можно 1,25, можно вообще 2. А если нет, то просто включайте меня и давайте вместе готовить. Так, давайте посмотрим. Ой, сейчас соображу с камерой с этой. Так, вниз. Видно, да? Вот она, сковородочка. Обжариваем. Сюда еще будет томат и сметана. Все вместе перемешаем, немножко обжарю и все. Так, борщ. Видно? Не знаю. Ну, в общем, красиво, красиво. Все такое белое, зеленое, красное. Свекольник. Я его больше называю даже свекольник, когда со свеклой. Он потом будет прям бордовый. Ну, в тарелочках увидите. Так. Поднимаем вас наверх. Ну что, мои дорогие, не буду больше ваше драгоценное время занимать. Как всегда, надеюсь, что, может быть, хоть капельку мотивации кому-то я сегодня дала. Настроение, я не знаю. Большое вам спасибо за ваши вообще добрые, отличные такие комментарии, за ваше общение. Я очень рада новым друзьям, новым подписчикам. Всего вам самого наилучшего и достижения своих целей. Ставьте цели, идите к ней, ползите к ней, либо лежите по направлению к ней, да? Но что-то надо делать. Всем большое спасибо за просмотры и всем пока-пока.